Всем привет, и мы на канале Надюшка ТВ. Что я хочу сказать? Вот эта красотка, голубика, прохолостила. На данный момент я прощупывала ее еще раз, и она пустая, прохолостила. Короче, но сейчас она не приходит в охоту, я ее не случаю. В Калифорнии выжила только одна вот девочка. И не факт вообще, выживет ли она. Но пока живая бегает. Фанты, я жду акрола. Вот что в маточнике должна родить от рыжика. Баффи с крольчатами я пересадила сюда. Осталось у Баффи 5 крольчат. А эта красотка вчера погуляла с 2 крылами. Получается, рыжик покрыл 2 раза и капитошка 2 раза. Я ее назвала шоколадка. Ну, потому что она шоколадная. Ну, надеюсь, эта мадам не прохолостит, и у нас будут баранчики. Конечно, не чистые баранчики, да и она сама не чистая, но надеюсь, у слухи крольчата будут. Вот крольчата. У Альмы выжило 2, ну, как я говорила. И они вот такие черненькие. Роза 3 октября родила 6 крольчат, но крол был неудачный. Я зашла, ящик был перевернутый, ни пуха, ни гнезда построенного. И крольчата были все разбросанные. Один крольчонок вообще был возле двери. Крольчата были какие-то недоразвитые, как будто недоношенные, хотя она родила в срок. Ну и они были уже мертвые. Я теперь думаю, случить ее или пустить ее на мясо. Но я попробую случить, если она не случится, то зарежем ее на мясо. У нас просто кроликов и ни мало, и ни много, но места, куда их сажать, просто уже нету. Всем пока, до новых встреч. Встретимся в следующем выпуске на канале Надюшка ТВ.